если мы посмотрим, как работал инстинкт, то и будем понимать, как работает вот инстинкт репродукции у мужчин и у женщин, то мы должны и соответственным образом, воспитывая своих детей, попробовать культурно, да, вот, изменяя эти инстинкты, дополнять их необходимыми частями. Ну вот, если говорить о дополнении в мужских особях, то я так думаю, что мужчину нужно учить любить ребенка. Мужчину нужно учить с малого ухаживать за ним, беспокоиться о нем, да, думать о нем. Это будет культурное приобретение. И тогда мы получим нормальную семью, да, вот. А мы его не учим. И я очень часто вижу в тех ситуациях, когда женщины, в общем, пугаются, когда вдруг маленький мальчик начал играться пупсиками. Ну, там, девочки играются, он начал играться, да, вот. Или колясочку захотел, или посудку захотел. Ой-ой-ой, кричит мама. Он же должен мальчиком вырасти, он должен пистолетики, машинки хотеть, играться именно в это. Извините, его к этим вещам и так природа тянет. Он и так по инстинкту, да, вот, будет этим заниматься. Вы достроите до инстинкта культурно, пусть он все-таки почувствует это, и уже с детских, да, вот, лет вот как-то приобщиться. Ну, противоположная сторона. Девочки, в принципе, сами в это играются, да? И их никто не учит инстинкту самосохранения. А у женщин он из-за инстинкта репродукции частично, ну, как бы, блокирован. Объясню, потому что, в принципе, да, материнский инстинкт, ведь это жертва. Жертва собой ради другого. Согласны со мной? То есть, ну как вот женщина забеременела, она отдала свое тело кому-то. Ну вот ребенку. Он по сути оттуда начинает где-то, я не знаю, вот, подтвердите, может быть, более раннего. Ну месяцев с четырех он начинает сильно командовать. Что кушать? Чего не кушать, да? Как быть, чего хотеть. И мама уже сама себе не принадлежит. Не принадлежит она себе и позже. Ну, вот, как одна знакомая сказала, у которой ребенок, грудной ребенок, говорит, я поняла, я пища. Ну, для него, да, больше ничего, я просто пища, да. То есть, ну, по сути, так и есть. Ну, да, действительно, женщина, ну, да, вот, грудные железы, они для того предназначены. Ребенок-то кушает маму. Он кушает то молоко. Это то, что 5 минут тому назад было кровью. Вот оно преобразуется. Мама кормит собой, по сути. Да? Вот она, а он ее поедает. Она пища. И это большая жертва на самом деле. Ну согласитесь. Поэтому ну, мы, мужчины и в целом человечество, очень ну, большим уважением должно, и я так думаю, все-таки относится к женщинам. Но в этой жертвенности она ну, должна как бы отставить, отойти от инстинкта самосохранения, да, вот, и как бы вот ради ребенка, да, вот она как бы забыть об этом инстинкте. Поэтому у женщин есть ну, такая склонность меньше защищать свои интересы. Ну, по крайней мере, я так говорю о тенденции, да, есть женщины, которые научились это, и меньше, ну, как бы, беспокоиться о самой себе. Не выравнивать вот этот баланс, да, то есть, ну, не говорить в какой-то момент, в том числе и своему мужчине, баста, мне это не нравится, я этого не хочу, и мне надоело именно так жить и терпеть, да, вот.